Привет-привет! С вами Нелогичная Лиса, и сегодня мы начинаем проходить одну очень запрашиваемую у меня игру. Называется она IB или на русском IB. Вот, но я не знаю, как бы о чем она. Я знаю, что она просто наподобие Mudfuzzler. И так как многим понравилось мое прохождение Mudfuzzler, что ж, начнем IB. Посмотрим, к чему она нас приведет. Одним пасмурным днем Ибе и ее родители поехали в художественную галерею. Все запомнила Ибе. Не забыла свой носовой платок, тот, который я подарила тебе на день рождения. Держи его при себе, хорошо? Смотри, не потеряй. Ну вот мы и пришли. Ты ведь первый раз в картинной галерее, Ибе. Здесь выставлено много работ выдающегося художника Гуертена. Не только картины, но еще и скульптуры и много всего остального. Не сомневаюсь, что даже тебе понравится, Ибе. Пойдем к администратору. Да, давай возьмем парочку брошюр. Что? Хочешь пойти вперед? Уверенная, Бэ? Ну ладно. Только веди себя прилично и постарайся не шуметь. Что ж, ты уже большая девочка и сама все знаешь. Не причиняй другим посетителям хлопот, ладно? Ладно? А! Это я! Я такая тоненькая! Пошли! У-у-у! Смотри! Что-то какая-то маринованная рыба там засунута. Нет-нет-нет-нет-нет! Какое меню? Ты что? Что ты мне рассказываешь? Какое меню? Что это? Ла-ла-ла-ла-ла! Глубины? Мир, куда не ступит нога человека, чтобы та-та-та-та этот мир я решил та-та-та его на холсте. А! Я не знаю некоторых слов. Понятно, вспомнила, я читала описание к этой игре. Собственно, девочка у нас маленькая на самом деле, поэтому половину слов она не знает и не понимает их значения. Но в Японии это совершенно нормальное явление, а игра как бы с закосом под японскую. Вот, да, ну, может и есть японская, я просто, честно говоря, уже не помню. Вот, потому что в Японии очень сложные вот эти канзи, большие страшные иероглифы, и детки тоже с трудом их запоминают, это нормально. Так, та-та-та-та-та-та. Духа красивая на вид, но если ты подойдешь слишком близко, она боль. Она может цвести только в телах. Так, хорошо. А давай с дяденькой можно пообщаться? О, выглядит так, будто от легкого дуновения эта хрупкая скульптура рассыплется на мелкие осколки. Если это случится, интересно, сколько мне придется заплатить? О, жуть какая! Я хочу потрогать эти лепестки. Ты скучная. Ну ладно. Скучная, не скучная, трогать нельзя. Кашляющий человек. Так. Мне главное мам с папой не потерять-то потом, а то будет грустно. Бескорыстный страж. Поистине чудесная картина. Интересно, как она была нарисована? Нет, господи, нет, я все время попадаю случайно без тентера на кнопочку Shift. Звезд. Так. А что это? А, здесь какие-то умные люди сидят, что-то думают. О боже, как красиво. Дух? Не знаю этого слова. Стакан.
Великий Куэртена не разочаровывает. Чем дольше я смотрю, тем больше вижу. Хотя по виду она не такая маленькая, эта девочка, но не знаю. Плящ? Не знаю этого слова. Так, ну и что, мы походили уже по галерее. Мам, пап, заберите меня домой. Благонамеренный. Добро пожаловать в мир Куэртены. Мы искренне благодарим вас за... Мы проводим в честь великого художника. Мы надеемся, что вы от всей души насладитесь поздним Куэртеной, чьи творения несут в себе тайную красоту. Хорошо, хорошо. Ой, мам, пап пропали куда-то. Ладно, пойдем поищем здесь. Так, нельзя просто взять и уйти. Так нельзя, а мам, пап куда делись-то? Сегодня хватит. Все, я насмотрелся. Управление говорить, подтвердить. Escape или X проверить инвентарь, а Shift это главное меню. Окей. Кружевной платок, полученный от мамы. Она милая такая. Ну да, это, наверное, девочка такая первоклассница, не знаю. Так, может они сюда куда-нибудь пошли, не знаю. Вообще, я не могу сказать ничего по поводу современного искусства. Зачастую оно вызывает у меня какое-то легкое недоумение, как минимум, потому что, ну, выглядит странно, на мой взгляд. То есть, может быть, у меня слишком такие неправильные или как-то устаревшие взгляды на искусство, но тем не менее. Смерть личности, что-то как-то сложно. Зачем родители привели ребенка в столь сложное место? То есть, я не знаю. Как бы деткам неинтересно смотреть на такие картины. Мне кажется, вообще неинтересно. Ой. Что? Во, музыка прошла. Так. А что такое? А где мам с папой? Темная сторона. Окей. Сейчас все плохо начнется. Ой. Ой, это я опять нажимаю. Это у меня просто все, как это сказать, клавиатура такая ноутбучного типа. У меня все кнопочки очень близко расположены. Я не смотрю, ведь куда тыкаю пальцами и сразу нажимаю. И получается иногда не совсем хорошо. Так. Ну, окей, я посмотрю все картинки, хорошо, то есть я не против. А, девочка, ты же надо, наверное, к родителям идти. Вообще, мама с папой у тебя своеобразные, я так скажу. Я бы не заставила своего ребенка идти со мной в какую-то картинную галерею, смотреть на какие-то там картинки непонятные. Зачем это надо? Так, это мы на второй этаж, значит, пошли. Ой. Эй. Мам? Пап? Эй, что значит они... Да это я знаю. Они что, ушли... Они ушли, оставив меня тут? Никого нет. Так, вот это не есть. Хорошо уже. Все, ладно, пошли. Что такое? Будьте здоровы. А, можно тут, может, потрогать? Можно тут, парень, ты недаром уже хотел? Нет. Пойдем. Ну да, у нас, наверное, детенок первоклассник такой, знаете, в начальной школе, который ходит, детишки. У них как раз форма похожая. Мама! Папа! Ой. Сэр! Кажется, оно не заперто, но все равно не открывается. Окей. Кажется, кто-то ломится сюда. Да он не ломится, он стучит. Может, просто. Ой. Что такое? Из-за рамы вытекает синяя жидкость. Чё-чё? Это что? И, Д, М, Е, И, Б.
Это какое-то слово, наверное, сложить из этого, но я что-то пока не знаю. Киски, сосиски. А вот это вот она, киска. Так. А! Что происходит такое? Эй! Фрукт отвалился. Вот я говорю, ребенка не надо засовывать в картинные галереи, потому что это слишком сложно для восприятия. Бога ради, я-то не особо люблю картинные галереи, а я уже, извините, в таком довольно взрослом возрасте нахожусь. Но это я и так знаю. Вот. А что говорит про маленького человечка, которому, в принципе, должно быть непонятно, да, там, что происходит вокруг? Так. И чё? Не, мне эта роза покоя не дает. Но я... Мама! Папа! Мама! Папа! Все равно нет. Ой-ой-ой! Фу! Снаружи течет красная жидкость. Ну, да как же так-то? Ну, надо у консьержа посмотреть, точнее, как это сказать, на ресепшене. А, ну давай. Что такое? Что происходит? Дама с газетой, повешенный. Ой, так. Волнение. Это вот у меня сейчас волнение происходит, потому что я что-то не осознаю вообще, что творится. Как так? Как родители могли забыть ребенка в галерее? Что? Что? Спускайся, ИБ, я покажу тебе секретное место. А куда спускаться-то? Хорошо, пойдем. Пойдем спустимся. Ты не можешь это подобрать, нет? Нет, не хочет. Так. Вот. Что, туда надо спуститься? А, там рыба какая-то страшная. Окей. Ой. Все стало плохо. Алло? Ку-ку? Рыба? Не знаю этого слова. Ага. Так, ладно. Заперто. Вообще, я не знаю. Лестница пропала. Вот, блин. Не знаю, уже не могу достаточно хорошо вспомнить, было ли в Мэдфазере подобное, то есть, как это сказать, подобная атмосфера жуткая совершенно. Роза стоит роза. Взять розу? Взять. Взяла красную розу. Молодец. А, вот, его можно как-то шевелить. Ну-ка, подвинь-ка. Молодец. И что это? Земля что-то лежит. Подобрала синий ключ. Тетенька заулыбалась сразу. Когда раз одна на-на-на, ты тоже? Я не знаю некоторых слов. Я вообще ничего не понимаю. Ты, Роза, знай цену собственной жизни. Вор. Че вор-то сразу? Розу взяла, ну и что? Че плохого-то? Сразу все прямо. О, у меня, не знаю, игра. Во-первых, я играю в маленьком окошке совершенно. То есть масенькое окошечко. Не ходи по краю. Хорошо. К какому краю-то?
Вот. Потому что игра просто не записывается, если ее растянуть как-то на весь экран, уж не знаю, в чем беда заключается. Но! У меня мурашки идут жуткие, игра 2D, тут вообще практически непонятно, что нарисовано, где. Вот, жуть вообще просто во мраке. Я не знаю, вот как я боялась в Мэдфазере самого папеньку, вот так я... И тут боюсь. А что это? А, это трещина, что ли, какая-то? Наверное, нельзя туда просто так пробраться-то. Окей. Пойдем здесь. О, мама. Смотрите, они у нее розочку отняли. О, боже, сказали, не ходи по краю, не поперлась ведь все равно, вот бестолочь. О, боже, у меня же это неожиданно заперто. А-а-а! Что заперто? А что делать теперь? Как пройти-то мимо? Ой. А-а-а! Ага! Так, ну. Ага, окей. Да, вот как. Все ясно, то есть здесь не надо. Я думала, как-то в меню в самом надо выбирать предметы. А здесь не надо ничего выбирать. Бедный муравей, мы его прибили, пока прошлись по нему. Вот. Здесь они сами ставятся. И, кстати, я обнаружила, что если розу поставить в воду, то она распустится. И это типа как-то индикатор нашего здоровья или что-то в этом роде. Окей. Да. Ой. И все время я попадаю не на ту кнопку. На полу что-то лежит. Я забрала зеленый ключ. Че надо? О! Что? А! Нет! Оно умерло? А! Лох! Так, окей. Ладно, мы подобрали ключ. А, как это? Надо вот так как-то пройти. Я не знаю, жуть какая! Ужасы какие-то вообще. Ага, киска! Сосиска. Я говорю, не надо ребенка... не ребенка водить в подобные места. Ну, он же маленький, зачем ему это надо? Все в форме выемки. В форме рыбы, точнее, выемка. Ой. Че это? Это чего? Ой! Ты чё? Сыграем в прятки? А-а-а! Окей. Ничего себе! Прятки! Да я хочу в прятки играть, иди-ка в пень. А если мы умрем здесь, все. Вот, блин. Давай ты. О, нашла! И чё? Ты меня нашла, приз твой. Какой приз-то? А где приз? Алло? Да... Господи. А, вот приз. На полу что-то лежит. Я подняла голову деревянной рыбы. Понятно. Хорошо. Рыба нам как раз понадобится, потому что рыбу вот здесь надо где-то применить. Вот тут на нос и котейки засунуть. А, это голова, только а нам надо целиковая рыба. Ой. О, свет какой-то. Упс. Так, не надо. Что такое? Ой, блин. Что происходит? Хвост. Получилась деревянная рыба. Молодец, девочка. Слушай, что с твоими родителями? Куда?
Куда они делись? Опять темно стало, опять страшно как-то. А вот опять розы нарисованы. Красные розы. Хорошо, ладно. Пошли отсюда. Ага, да. Так. Ладненько. Так, ну это все очень странно. И это очень страшно. Тихо. Да, сохраняемся. Ой, блин. Ах ты гад. Вредный. Подсунул мне что-то. Я еще и поверила ему. Что написано? Вот когда ты забыла. Что забыла? Что происходит? Бойся губ. Хорошо. Я не буду к ним подходить. Бойся, так бойся. Мы не будем наших трогать. Опять. Комната лжецов. Тут какие-то за ноги товарищи подвешенные. Что-то вы какие-то все странные, неприятные. На двери пароль. XXX. Ха. Откуда же я знаю? Ничего не произошло. Так и ничего не произойдет, моя дорогая. Мы же не это самое... Не ввели никакой пароль. Мы не знаем, что нам делать. Тут что написано? Ну, пошли сюда. Сюда можно? Можно. Во. Окей. Это странно. Встань перед статуей, сделай 3 шага на запад и 1 на юг. Найдешь ответ. Так, встань перед статуей, 3 шага на запад и 1 на юг. Найдешь ответ. Окей, хорошо. Спасибо. Встань перед статуей, сделай 4 шага на восток и 2 шага на север. Найдешь ответ. О! Тот, что в белом, говорит правду. О, нет, это такая сложная головоломка. Лишь тот в зеленом одеянии не лжет. Встань перед статуей, сделай 2 шага на восток, 2 шага на юг, найдешь ответ. Я согласна с тем, кто в желтом. Ё-ка-ла-мане. Тут нельзя, небось, наступать тоже. Сейчас наступим, чем сделаем не так. И все, у нас есть 3 варианта. Это вот этот, перед статуей 3 на запад, 1 на юг. А потом 4 на восток и 2 на север. И кто-то еще, по-моему. Кто говорил еще? Ты? Ты? 2 шага на восток, 2 шага на юг. Окей. Я вообще не знаю. Сделал 4 шага на восток, 2 шага на север. 4 шага на восток, 2 шага на север. 4 шага на восток. 1, 2, 3, 4. 2 шага. 1, 2. Но. Есть число. 4. Вот этого, который не врал, обидели совсем. Так, число 4 было фиолетовое. Окей. Я другие-то не знаю числа. Ты чё? Как же я это знаю-то, если я ничего не знаю? А вот эти можно как-то спросить, товарищи? Чё висим-то? Ой. Маленький номерок. 18. Вот. Так, 18 это зеленая, 4 фиолетовая. Еще осталась одна какая-то. Еще одну надо какую-то найти. Ну-ка. А, вот. Если присмотреться, в центре что-то написано. Ага. 9. Так. Ладно, и мы пошли. Это первая серия будет, поэтому я не совсем еще, как это сказать, наладила хорошие отношения с голосами этих героев, но мы справимся. Так, теперь осталось вспомнить, что у меня там было. Так.
Ага. По-моему, так я вроде посчитала. Но. Да. Остался шум. Яблочки. Яблоко на скульптуре дерева. Я забрала деревянное яблоко. Кошмар. И чё? А, да, там же этот. Кто-то там ныл, что его надо покормить. Ужас. Ай! Тихо! Молчать. Накорми. Да. Это вкусно, я тебя пропущу. Проходи, мой рот. Да? А, ну да. Блин, гильотины. Ой! Окей, друзья мои, как только я привыкну немножко к этой игре, я начну сразу же... сразу же озвучивать ее нормально. А сейчас я вообще не понимаю, что происходит. Окей, опять не подходи к краям. Я там что-то видела. Окей. Что написано? Что-то вообще плохое происходит здесь, серьезно. Очень плохое. Видно, девочка, как она сюда попала. Узор. Не знаю этого слова. Курящий. Сердцебиение. Ха. Окей. Где наша мама с папой? Я хочу к маме с папой. Все, у меня вышки что уже не хочется. Можно мне туда? Дама в крас. Ой! Тихо! Цепись! Ой, блин! Ой, ну нахрен иди! Стремнота! Мама! Сюда иди ко мне. Да блин, нет! Не туда. Давай, 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 давай. Давай бы. Умничка, девочка. Вот так. У-у-у! Жесть, это было неожиданно. Ой, блин, она ломится сюда, что-то. Черт, заперто. Блин, опять! Нажимаю не те кнопки. Окей. Сейчас мы найдем. Ну и где? А! Так, у Этерна много картин, у Этерна нет, но мне... Клочок, веселишься? Не очень вообще-то, если честно. Вообще не весело. Они всегда преследуют то, чего страстно желают. Везде, повсюду, на краю земли у них есть лишь одна слабость. Они не могут сами открывать двери. Я не знаю некоторых слов. Я тоже не знаю. И кое-что происходит. Господи, маленький ребенок тут исследует это все, а я-то взрослый, я боюсь. История в картинах написана, нарисована. Беспечная Кэрри Королевский пирог. Нарисованная карандашами книга. Читать, да. Пролистал страницы. Так. Ой. Кэрри. Днем рождения! Спасибо, ребята! В этот особый день мы приготовили королевский пирог. А что это? В нем есть монетка. Если она окажется в твоем кусочке, и ты ее съешь, то станешь очень счастливой. Здорово звучит, это точно. Давайте разрежем его. Выбирайте любой. Приятного аппетита. Чавк-чавк. Ой, что случилось? По-моему, я сейчас... проглотила что-то твердое. А, ну это монетка, наверняка монетка. Что же делать? Ты не волнуйся, она же маленькая. Пойду отнесу тарелку. Мам, ты чего? Ты не видела ключи от студии? От студии?
Он лежит на столе. Что? Монетка, которая должна в пироге. То есть, куда же он подевался? Папочка очень расстроится. Что же делать? Ой, плохое начало. А как Эри, такая же беспечная. Ой, я нашла ключ. Пойду открою студию. Ой, плохая история. Блин, эта фигня там до сих пор лазит. Кошмар. Так, окей. Ладно. Все очень плохо. Синие лепестки по полу рассыпаны. Окно. А вот красный один. А, это кровь. Дама в синем. Нет, только не еще одна дама. Не надо, дама. Дама, это плохо, потому что дамы вот эти вот, они какие-то вон преследуют сразу тебя, если чуть что. Вечное благословение. Вон она, видите, лазит там какая злая из люка. О, нет. Плохая идея. Плохой день, плохой день, плохой день, плохой день. Окей, ладно, нет, нормально все. О, нет, плохой день, плохой день. Но. Скаловая статуя. А, она не пропустит меня туда, ладно. Пусть главное стоит на месте. Тетенька. Тетя. Он крепко сжимает ключ в руке. Да. Сейчас она пойдет за мной. Может, не пойдет. Надеюсь, что нет. Окей. Ладно. Что-то странное происходит здесь. О, нет! Не надо! Оставь меня! О, господи, у меня кровь застыла в жилах, мамочки, как страшно! Ладно, ребята, я думаю, мы на сегодня уже достаточно наигрались. Собственно, собственно, да, уже у меня время вообще 42 минуты играем, но так как я там много тупила, придется подрезать немножко серию. Что ж, это была, опять же, первая серия игры под названием IB, или на русский вариант IB. В общем, надеюсь, вам интересно, я буду продолжать играть в нее дальше, потому что мне интересно, что здесь происходит. Да, прошу прощения, что сегодня я как-то плохо озвучивала персонажей, потому что я только знакомлюсь с ними и еще не знаю, как мне говорить. Да, так что не волнуйтесь, со следующей серии я начну уже нормальную озвучку. Ну а пока что я желаю вам оставаться умничками, берегите себя, пусть у вас все будет хорошо. И пока-пока! Увидимся в следующем видео.